Всем привет! Рады приветствовать вас на нашем канале YouTube. Сегодня у нас обзор однокомнатной квартиры на Дальневосточной, 108. Это один из самых приятных районов для проживания. Вам сейчас давайте, наверное, акцентируем внимание сначала на районе. Обратите внимание, что здесь видно Ангару. Вот эта дорога, которая идет, она получается совсем... Она тупиковая, то есть здесь машины ездят очень мало. Вот там вдалеке у нас, можете обратить внимание, это такой бульвар Постышева, так называемый. Там сосредоточены бары, рестораны, то есть такие очень интересные заведения. И вот эти вот огоньки, они все ночью включаются, и вид из окна становится невероятно красивым. Плюс вдалеке идет мост, и когда солнце садится именно с этой стороны, то есть эта квартира не только видовая, но и по солнцу она еще будет давать вам положительные эмоции. То есть вы каждый день будете наблюдать закат. Вот, обратите внимание. И здесь вечером особенно очень-очень красиво. Это что касается месторасположения. По самому дому, это застройщик Новый Город, один из самых лучших застройщиков в Иркутске. Вот, его плюсы — это хорошая управляющая, то есть в подъезде чисто, это безопасность, то есть камеры не только в лифтах, но и в подъездах. В общем, очень классно. Ладно, теперь по самой квартире. Квартира у нас однокомнатная, стоит абсолютно вменяемых денег, да, для такой квартиры. Она, можно так сказать, в идеальном состоянии. Это большая заслуга собственников. Есть собственники, которые не следят за квартирами. Здесь другой случай, абсолютно другой. Здесь, наоборот, как только съезжает арендатор, собственник делает какой-то косметический ремонт, то есть квартиру обновляет, делает все для того, чтобы арендатору было здесь действительно комфортно. И квартира, ну, она действительно в идеальном состоянии, можно сказать, практически как новая. Большая кровать, 1,80 м, она не дешевый матрас. Далее здесь, ну, как можете видеть, телевизор, комод, небольшое кресло. Система хранения у нас вот здесь располагается, в спальне и вот здесь, в прихожей. То есть это для верхней одежды. Интернет, как вы видите, заведен. Далее. Здесь, где плитка, у нас электрический полы с подогревом. Заходим в санузел. Санузел достаточно большой. Хорошая стиралка, унитаз, раковина, ванна. То есть сантехника вся бренда Geco. Это хороший бренд. Вот. Ничего ломаться у вас не будет. Обратите внимание, какие интересные часы в стиле Сальвадора Дали. Далее. Кухня отдельная. То есть сразу обратите внимание, да, на планировку, что комната полностью изолируется закрытием двери, что кухня также изолируется полностью закрытием двери. Диван раскладной, на тот случай, если к вам приезжают гости. Вот такая здесь небольшая кухня. Но здесь есть все необходимое, полный комплект посуды. И даже ждет у вас новый декантер. И также, то есть все окна по этой квартире, они выходят именно на Ангару. Давайте сейчас еще немного резюмируем, поставим точку. Чтобы вы понимали, то есть вот он вход, прихожий, шкаф для верхней одежды, налево спальня, направо кухня, ну, совмещена залом, ну, большая кухня, то есть и даже небольшая рабочая зона есть. И здесь у нас санузел. По ссылке в описании на сайт вы можете связаться со специалистом, который занимается этой квартирой, он ответит на все интересующие вас вопросы и сможем оперативно показать эту квартиру. Все технические характеристики, условия по съему этой квартиры находится по ссылке в описании. Пожалуйста, проходите, будем рады ответить на ваши вопросы и показать эту квартиру вживую. Спасибо.